Бурные события разворачиваются сегодня в Харькове. В здании горсовета ворвались более 200 человек в камуфляже и масках, предположительно из состава полка АЗОВ, входящего в так называемую нацгвардию. Они собирались лично разобраться с главой города Геннадием Кернесом, который намерен переизбраться на должность мэра в ходе голосования 25 октября. Посчитав, что поднятого шума и так достаточно, молодчики решили разойтись, но на выходе их попыталась задержать охрана. Горсовет к тому времени оцепила милиция, но радикалы распылили слезоточивый газ и скрылись. И около сотни активистов собрались у дома бывшего губернатора области, ныне депутата Верховной Рады от оппозиционного блока Михаила Добкина. Как пишут украинские СМИ, на днях он предложил назвать одну из харьковских улиц в честь расформированного подразделения «Беркут». В ответ радикалы разрисовали его заборы и бросили во двор несколько взрыв-пакетов.